Мур, привет, друзья! С вами Зирько и новостной выпуск 1.3.38. Ввели нового героя на тестовый сервер – Баданг. Обзор навыков найдете на моем канале. Новый скин на Валира – призывник Шикигами. Ценой 749 алмазов выйдет 26 декабря. На моем тестовом его почему-то нет. А почему? Хрен его знает. Изменения героев. Аврора. Увеличили прирост атаки на 60%. Разрабы всерьез взялись за Аврору. Москов. Ульта. Увеличили скорость анимации навыка и скорость полета копья. Кусака. Второй навык. Увеличили показатель щита с 1 по 5 уровень. На 6 показатель прежний. Это сильно заметно на первых двух уровнях. Было 200-300, стало 350-420. Это облегчит старт на Кусаке. Ланселот. Второй навык. Исправили баг, когда он получал урон во время исчезновения. Первому навыку оптимизировали описание. Очень полезно. Кадита. Исправили проблему подсчета исцеления при применении первого навыка. Харит. Второй навык. После удара КД будет сокращаться на 3 секунды, а не на 4. Небольшой нерф Хариту, как бы давно пора. Фаша. Исправили баг, когда исцеление она не получала от урона по дальним крипам. Исправили баг, когда Фаша атаковала дальних крипов ультой и не получала от них исцеления. Сан. Ульта. Клоны теперь бьют со скоростью Сана. Скорее всего, не я один жаловался на эту проблему разработчикам. Первый навык. Подкрутили искусственный интеллект клона. Ну, типа. Кимми. Ульте оптимизировали эффект в бою. Ангела. Очередной фикс багов с ультой. Ханзо. Исправлена проблема, когда демон не мог вернуться к телу. Теперь Ханзо накапливает 5 единиц крови вместо 2 за крипов, а реген энергии теперь 25 вместо 10. Но это в режиме боя. Другие новости. Меч охотника на демонов наносит миньонам теперь 60 дополнительного урона. Навык скаут или разведчик теперь дополнительно не только обнаруживает героев. Теперь он замедляет их на 70% бега и ослабляет на 50% физическую и магическую атаку длительностью в 3 секунды. Также обещают исправить ошибки управления, когда навыки при быстром нажатии кастовались куда-нибудь в сторону. Обещают изменить логику крипов и автопредложение бутылки усиления. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и никогда не пропускайте новостные видео. По скриптум. Лапку. Всем пока.